Девчоночки, привет! Начинаю свой влог. Показываю вам своего обеда. Это овощной салат с курицей, грудкой. Вот там лучок, огурчик, помидорчик, микс салата и оливковое масло. Вот, Арина уложила, смотрю, «Секс в большом городе», что-то так захотелось, сериал именно. Вот, и хотела вам сказать, сейчас паузу поставлю, секунду. Хотела вам сказать огромное спасибо за предыдущее видео, которое я выкладывала, комментарии просто настолько приятные, поднимают настроение. Я поняла, что у меня есть аудитория, которой я дорога, которая меня смотрит, поддерживает, и вообще это очень здорово ощущать. Если кому не успела или не смогла ответить, всем говорю огромное-огромное спасибо, и также спасибо большое за советы по поводу волос, и про витаминки, про масла. В личку мне писали многие. Но единственное, я почему-то не могу ответить на личные сообщения. Как ни пыталась зайти, у меня... Я их не вижу. Они мне на почту приходят, а когда я открываю, я не вижу их, не могу ответить. Но я все-все прочла. Спасибо вам огромное. Не знала, что сделать Ренату на ужин. У него пост начался. И в итоге, как обычно, пошла по легкому пути. Он очень любит у меня вот такую запеченную картошку, очень любит голень. Сделала сама соус из сметаны, чеснока, лука. Вот, этим обмазала курочку, а здесь просто немного зелени, тимьянчик и приправа. Так что вот так, думаю, будет ему вкусненько. Я сейчас иду к подружке. Ренат ушел с Аринкой гулять. Я делала свои такие джинсы из пол&бир, 3/4 темно-синий. Священник не очень. Вот такую блузочку я вам давно ее как-то показывала. Вообще, эта туника, она такая необъятная. Я ее с пояском красненьким, тоненьким одела, кожаным. Вот, а на ноги один, наверное, мокасинчики или босоножки. Вот, сейчас я в другом зеркале еще хуже освещение. Я вчера выставила фотку в Инстаграм, где показала, как мы на балконе сделали летний садик с мамой. Впервые сажали, пересаживали рассаду в горшки. Это однолетние цветы, однолетники. Это, потому что на балконе зимой цветы нельзя многолетние держать, замерзнут. Пусть он с подогревом у нас, но все равно. В общем, это балкон, который из зала выходит. Меня просили показать. Вот сюда мы переставили кресло. Вот это мы на выходных все вывезем на дачу. То есть шкаф-купе откроется у нас. Вот этого барахла не будет. Вот это мое плетеное креслице. Здесь у нас свечи. Вечером это просто так уютно смотрится. Вот эту полочку купили. А, по-моему, это табак пахнущий, хотя вообще не пахнет. Вот эти цветы, я забыла, у меня все записано, как называется. Я всем рассказывала, они цветовод. Они очень вкусно пахнут. А, вот такие. Это красота неописуемая на самом деле. Теперь будем каждый год с мамой сажать. Вот. Что мама вчера приехала вечером, насажали с ней цветы, до полуночи все тут мыли, драили. Вот, и сейчас на табуретку, не обращайте внимания, мы не успели вчера собрать столик, Ренат уже тоже спал. Здесь будет такой красивый, тоже круглый, тоненький столик. Вот. Ну и здесь надо что-то допридумывать. Это наш балкончик. Вообще вот так сидишь на креслице, смотришь на всю эту красоту. Горят свечи. И вот это плетеное мягенькое кресло. Вам потом в темноте покажу тоже, как это смотрится. Спрашивали, какой балкон? Это вот наш зал. Ой, но освещение сейчас просто ужасное, темное. Вот, который, в общем, в зале, в большой комнате. Вот это наше французское окно идет. И вот оттуда вот такой теперь вид. Ну и выходные все разберем до конца. Потом вам уже покажу в итоге красоту, которая получается уже со столиком, с чистым балкончиком разобранным. Просто потрясающе. Ренат сегодня позвонил, и как же мне приятно все-таки, что он меня понимает. У меня сейчас небольшая такая, можно сказать, депрессия. Всегда перед днями женскими, грубо говоря. В общем, сказала, что хочу с подружкой. Она здесь живет в соседнем доме, увидится. Вот. Он спокойно сказал. Он сейчас занимается вовсю. Начал опять воркаутом. В общем, он пошел заниматься, с Ариной гулять. Я на вечер все уже приготовила Аринке, что покушать.
Вот, да, сама сейчас скоро побегу к подружке. Завтра мы едем на дачу. Тоже с Ксюшей. Вы ее видели во влогах много раз. Она с нами поедет к тете к моей Саринкой. Вот, вовсю готовлюсь к отдыху. Я 8 июля улетаю. У Ренаты сейчас новая работа интересная, поэтому отпуска у него не будет в ближайшее время. Вот, и поэтому я лечу с подружкой и с братом, с Ренатовым, на недельку к морям. Это так здорово. А потом в августе поедем, наверное, с моей мамой, с Ариной, и тоже я, родственники, на... У меня всегда камера отключается. Мне, в общем, позвонили, на чем я остановилась, я забыла. А, в августе поедем уже с Ариной, с моей мамой тоже отдыхать в горы, в Кисловодск, на Кавказ. Там нереальный воздух везде. Ну, я вам там все это буду снимать, всю эту красоту и природу. И, скорее всего, тоже, когда поедем сейчас, так сказать, отдыхать с подружкой, тоже поснимаю обязательно. Так все получилось здорово, путевка вышла не очень дорого. В тот отель, кстати, в который мы с Ренатом и друзьями ездили перед нашей свадьбой. И я когда увидела из списка отелей, которые подружка мне предлагала по суммам, которые, ну, мы все, на которые рассчитываем, увидела этот отель, обалдела, что... Ну, в общем, настроение у меня от этого на 5 с плюсом. Я уже знаю, куда полечу, и знаю, что там есть. И вообще давно не отдыхала вот одна, так сказать. У меня прям мечта лежать на берегу моря, слушать прибой, купаться, не знаю, пить какой-нибудь вкусный коктейльчик, высыпаться. И прям вообще. Ну, мамочки, наверное, меня поймут все. Так что вот так. Кстати, еще хотела ответить на вопрос. Меня многие спрашивают, когда я снимаю на фронтальную камеру, правильно я назвала? Ну, в общем, смотрю на вас, почему у меня взгляд не прямо, а влево идет. У меня на телефоне вот с этой стороны получается, ну, как глазок от камеры, и я почему-то, ну, мне так машинально получается, вот, ну, не специально, я постоянно смотрю именно в него, когда он записываю, не прямо, вот так, а вот в эту сторону. Я не знаю, почему я так делаю. Это привычка дурацкая, и не получается. Я когда записываю, то есть я об этом не задумываюсь, и, соответственно, смотрю вот всегда туда. Так что, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Привет, девчонки, у нас сегодня 19 июня, мы едем на дачу. И мне не фокусируется, вот, сфокусировался. Вот, едем на дачу, не на нашу в этот раз, а к тете снова, к моей любимый. Да, дач? Папа уже ждет внизу. Сегодня все припозднились. Все на работе задержались. Пробки еще не знаю, как встрянем. Марине взяла по максимуму еды, дорогу, мама, всего, что ему. Идем, идем, пойдем, пойдем. Дочь, дай твою причесочку покажу. Какая красивая. Мы едем гулять в город, да, на даче? Ну где? Потерял, наверное, ее. Скажи привет. Ха-ха, привет! Ладно, девчонки, привет. Воробьяненко. Привет. Привет. От старых штиблет. Мы с ложками поедем. Ну, я только сейчас увидела. Русскую народную. Сыграй, дочь. Давай, на ложку сыграй, на сыграй. Ложку. Та-та-ра-та-та. Еще раз. Давай чуть-чуть картошечки пюре. Пуэ? Играем в лото. Все, я прыщавая, не пойми какая. Ты замечательная, замечательная. Козочки, да. Ну какие хорошие. Говори всем привет. Привет всем. Да, мы вернулись с дачи. Сегодня понедельник.
У нас сегодня 27 градусов. Сейчас идем гулять, потом магазинчик, да? Мама! А! Ух ты, как прыгаешь. Ты попрыгун маленький? Мне что-то с камерой плохо ловит. Фокусирует. В общем, я одела шортики тоже свои. Почему они такие оранжевые, да, Чуш? В общем, идем. Пойдем, да, Чуш? А ты будешь его бросать, кидать? Мама! А, столб. У нас сегодня 22 июня, если я не ошибаюсь. Девчоночки, привет! Не обращайте внимания на задний план. У нас сегодня 23 июня. Я одела свое такое платьишко лакостовское. Ну, правда, мне слегка великовато стало, точнее, даже очень великовато. Ну, самый раз сейчас по району я иду, мне надо в Литуаль все закупить для отдыха на море, свои кеды. В общем, кучу всего надо закупить. Шампуни, крема для загара, от загара. В общем, с подружкой встречаемся, идем. Такое освещение, уже вечер, 7 вечера. Ренат с Ариной гуляют, я их отправила. Вот, а сама пойду в Литуаль, а потом в продуктовый надо докупить. Вот так, может быть, лучше будет цвет платья виден. Уже освещение такое ярко-ярко-синее у меня. Я вам, по-моему, его показывала. Лакост – это какого ткань? Хлопок. В ней не жарко. Единственное, мнется достаточно. Так, сейчас вам покажу, какая ткань. Вот в рубчик вот такой. Вот, сфокусировалась. Вот моя сумочка. Ну, какая-то синие часики. Сегодня все в тему. Синие кеды, синие часы мои, чтобы фокусируются. Таким силиконовым ремешком. Ray-Ban очки тоже синенькие. Да что ж такое-то? О. Так что я в путь, дорогу пошла. Привет, девчонки. У нас сегодня 24 число. Я перекрасила свой цвет. Сейчас голова просто грязная. Я убрала челку. Делала свой мама стайл. На улице у нас жара, сегодня плюс 27, обещает Арине, одела сарафанчик, босоножечки новые. Дочь, ну посмотри, ты воздушный поцелуй делаешь? Молодец. Бусики. Вот, идем на улочку. Фокус, фокус. Скажи привет всем! Всем привет! Пойдем формочки возьмем, пойдем гулять. Забыла вам показать. Пойдем, что купила в Литуале вчера. Такое классное масло для загара. После загара вообще просто обалденный запах. Нереально вчера пробовала для продления загара. А для загара масло, оно с частичками такими блестящими, золотыми. Чтобы на солнышке красивые ножки смотрелись. Вот, и купила лак от Rimmel 60 секунд. Тоже классный на ноги. Потому что на руках я шеллак буду делать, скорее всего. Вот. И помните, я вам говорила, что с Ариной хочу, наверное, с мамой поехать. Возможно, уедем... Извиняюсь. Возможно, уедем уже в другое место, уже с Ренатом. Дай бог, получится взять отпуск и поедем втроем на море. Уже, когда не такая жара будет. Так что... Ну, в общем, чего загадывать, все видно будет. Да, Чуш? Да. А я когда буду на отдыхе, я решу на дачу поедет в бассейне купаться. Пойдем. Да, садик твой. С сентября пойдешь. Таринин сад. Давай, беги, смотри, Вероника тебя догоняет, дочь. Доча, беги, 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 беги. Убегай. Так, как обещала, показываю покупочки из Литуаля. Вот этот гарнир, это масло после загара и отпуска. Продлевает загар. Вот комплекс трех масел. Девочки, какой же запах. И оно вот такое нежирное, такое приятное. Я вчера пробовала, прям впитывается
Действительно, такое сияние. Ну, конечно, запах меня покорил. Очень здоровское. Вот это защитное сияние, защита 20 SPF. В общем, тут все видно. Идеальный загар придает коже сияние. Блесточки такие, я вам скажу, достаточно сильные. То есть нежный помол такой, но они такие прям переливаются на солнце конкретно, золотые. Но как раз-таки для именно во время того, как ты находишься у бассейна или у моря, самое оно очень красиво на загаре будет смотреться. А уже потом, как помоемся вечером, вот брызгаться вот этим маслом. И туда я взяла пользоваться, ни разу не пробовала, такой шампунь Глискур. Кто пробовал от Шварцкоп, скажите, как вам? Для сухих, ломких и тонких волос интенсивное обновление, эластичность и объем. Ничего мне не фокусируется, как обычно. И вот такой же бальзамчик. Гиалурон и заполнитель. Плюс заполнитель. Запах так себе, но может действие классное будет. Мне в последнее время все шампуни сушат очень волосы. Вот. Риммель вот такой обалденный лак, насыщенный. Я как накрашу, покажу фокус. Сейчас. Вот он. Такой темно-темно-коричневый, даже бордовый слегка, но это Мажор Браун. Он именно коричневый. Очень мне нравятся кисточки в этой серии и как они сохнут. Надеюсь, еще не пробовала, не будет полосить. Вот такой обалденный лак. Так что вот так вот. Осталось там по мелочам докупить шортики хочу, какое-нибудь платьишко, так чисто легенькое, полосатое, как сейчас носят ниже колена. Ну, даже такую майку длинную, можно сказать. Вот. Так что на этом закончу, наверное, влог. Надеюсь, вам понравилось. Всех целую, всем пока.